підвищення зарплати, зміна роботи та поїздка за кордон. Кожен очікує від нового року своє. Все залежить від фантазії та фінансових можливостей. Чого містяни очікують від 2022 року «Тигра»? Зараз і дізнаємося. Кар'єрі в учебі, що в кар'єрі в учебі, рост професіональний, обуздати нові навики і тому подобне, щоб в сім'ї все було добре. Радості, успіху, процвітання, міра. А что вот в карьере, например? Работа все-таки же важна? Надеемся, что да, все будет успешно. Скажите, пожалуйста, ваше мнение. Я поддерживаю однозначно товарища. Хотим мира в первую очередь. Хотим процветания нашей страны. Желаем нашему президенту хороших успехов и продолжать то, что он делает. И нам хорошей, много денежной работы. Мира. Мира, чтобы не было войны. А для вас? Вот именно для... Чтобы были здоровые моя семья, и я, и все окружение. Да, я бы хотела путешествовать, хотела бы, чтобы моя семья была здорова. И желаю всем того же. Хочется всегда хорошего, конечно. А вот в частности для вас, там, не знаю, чтобы внуки были здоровы? Или, ну, вот, не, ну конечно. Чтобы дети здоровы, чтобы внуки, вся семья чтобы была здорова. Чтобы доходы выросли, скажем так. Чтобы здоровье у всех было. Чтобы все жили долго и счастливо, как бы. Как бы мир, мир, чтобы был везде, скажем так. До следующего года ожидаю новых начинаний, новых успехов, развития, пути вперед, только вперед, ни шагу назад. И самое главное, чтобы не было коронавируса, и чтобы не было таких сильных коронавирусных ограничений, чтобы мы все могли свободно передвигаться. Хотелось бы, да, зарплату, чтобы подняли, и наконец закончилась война вот в этой стране.